Не останавливайтесь, не останавливайтесь, аплодировать! Танцевали ансамбль «Айотик», художественный руководитель ансамбля Анаит Сарксян, директор Самвел Арян. Ну что ж, дамы и господа, добрый вечер. Можно здрасте, можно просто «Балетеста». Добрый вечер. Добрый вечер! Вот это уже совсем другое дело. Чувствую настроение. Ну что ж, дорогие соотечественники, уважаемые армяне, сегодня мы, дети Армении, большинство из нас, граждане России, собрались в этом замечательном здании, чтобы приобщаться с нашей культурой. Большинство из нас нашли себя и свое призвание именно в России. И символичен этот день. День Конституции Российской Федерации. В это время на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. День Конституции, пожалуй, одна из самых важных дат для россиян. Конституция является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Уважаемые россияне, искренне поздравляем вас с государственным праздником, Днем Конституции Российской Федерации. Да здравствует День Конституции Российской Федерации! Армению и Россию связывает многовековая дружба. Уверен, что дружба между Арменией и Россией будет продолжаться и приносить свои плоды для наших народов. Сегодня мы, конечно же, в этом уютном, прекрасном, в Московском международном доме музыки собрались, чтобы, как одна большая семья, приобщиться с нашей культурой. И у нас сегодня со СМИ есть один сюрприз. Ну, я бы сказала, оригинальный сюрприз. Ну, скорее всего, не сюрприз, но подарок. Это скорее всего, такой музыкальный подарок. Ну, пусть будет это оригинальным сюрпризом, пусть это будет музыкальный подарок, все равно это есть. Есть для наших соотечественников подарок. Сегодня из Америки, к нам в Москву приехал прекрасный человек. Приехал прекрасный, можно сказать, композитор. Эдгарджан, я добавлю все-таки. Дело в том, что это зарубежный армянский певец. Он известен как исполнитель танцевальных, народных, революционных песен. Он записал более 20 альбомов. Итак, дамы и господа, встречайте Арут Папуксян! Я сокрыл
той, что хмуро голову, бычака позову. Им гушерим янгата бежергору, ну и манун не стали суманчу. И сухнеци, что хмуро голову, бычака позову. Им кынку седаре,16 сентября на легендарной арене Лужники 100 тысяч соотечественников отметят 20-летие независимости Армении. Грандиозное мероприятие с участием видных деятелей политики и культуры. В концерте примут участие Александр Серов, Валерий Меладзе, Нуне Ясаян, Любэ, Арташ Асатрян, Дзах Гарут, Анди, Авраам Руссо, Живан Гаспарян, Шушан Петросян, Андре и многие другие, а также специальные гости Алабина, Сиси Кетч, Бонни М, Ингрид. Вас ждет лазерное шоу, незабываемый вечер, а в конце праздничный салют и розыгрыш 5 автомобилей. Генеральный спонсор Ташир Групп. Регионам предоставляется 50% скидка.